Вот посмотрите, прогресс до чего дошел. Красота. Одна машина заменяет 10 дворников. Пожалуйста. Не надо отправлять ни на больничные, ни в декретные отпуска. Чисто, конкретно. Вот стабилизация. Ну вот, дорогие друзья, 21 век. Плюсы и минусы. Наверное, все-таки больше плюсов. Чистота, красота и лепота в городе. Маленькая такая машинка убирает такие большие площади. Ни одного листика не остается.